Привет. Почти 5 месяцев я нахожусь на Западной Украине, и за это время я сбился со счета, какое количество всевозможных табличек, вывесок, листочков, каких-то наклеечек с текстом «Мы не говорим на языке оккупантов» я здесь видел. Огромное количество неадекватно реагирующих на русскую речь людей, реагирующих так, как будто бы перед ними стоят не такие же точно украинцы, как они, а как будто, блядь, реально русский солдат по уши в кровяке вот пришел перед ними, стал и на них смотрит. Я вот решил записать это видео, чтобы вы его посмотрели и написали мне в комментариях. Мне так интересно у вас узнать, а вы реально не в курсе? Вы не знали? Или может вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная? О том, что половина украинцев говорят на русском языке? И вот зная только один этот факт, каким ебаным хуем у меня это в голове не укладывается?